Всем привет, это Евгений. Сейчас пришло время подвести итоги конкурса на розыгрыш сразу двух квадрокоптеров от нашего партнера магазина GearBest. Буквально через несколько минут два счастливчика выиграют по квадрокоптеру. Первый выберет на выбор из трех интересных моделей, второй же получает квадрокоптер Черсонца X10. Всего в конкурсе участвовало 132 человека. Ну, тут я вижу как минимум одно свое сообщение. То есть 131 участник. Перейдем, собственно, к розыгрышу. Копирую я ссылку на видео. Перехожу на сервис LizOnAir. Вставляю ее. Жду, пока догрузится. И нажимаем на заветную кнопку. Вот первый победитель. Перехожу к нему в профиль ВКонтакте, а также к нему на канал. Проверяю подписку на канал. Да, она есть, один день назад. Отлично, человек вовремя успел. Даже вижу, лайк поставил на розыгрыш. Теперь переходим к нему на страницу ВКонтакте. Смотрим, смотрим, смотрим. Есть репост. Конечно, в кривоватом виде, но в принципе, я думаю, ничего страшного. По факту репост есть, ссылка ведет на розыгрыш. Все честно. Так, теперь копирую его имя, фамилию. Переходим в группу канала и проверяем, состоит ли он в ней. Нажимаю поиск по участникам. Да, в группе канала он состоит. Теперь проверим, состоит ли он в группе магазина GearBest. Да, он состоит и в этой группе, значит, он является первым победителем, который выберет один из трех квадрокоптеров на выбор. Перейдем к следующему участнику. Опять копирую ID, перезагружаю LizOnAir. Вставляю ссылку на видео, жду, пока догрузится, и запускаю кнопку. Итак, второй участник — Александр Малюк. Перехожу к нему на канал в YouTube, смотрю, есть ли подписка. Да, есть подписка на канал 2 недели назад. Проверю теперь его профиль. Указан город Луганск. Честно говоря, я не уверен, что в этот город можно будет почту отправить. И сейчас выберем, скорее всего, запасного победителя. Я поговорю с ним, как там у них работает почта сейчас. Я вижу, репост на стене есть. Копирую его имя и фамилию. Проверяем на участник группы канала. Так. В группе он не состоит. Теперь проверю группу магазина. Там он также не состоит. Значит, без проблем переходим к определению следующего победителя. Опять перезагружаю сервис. Вставляю ссылку. Нажимаю кнопку третий раз. Дима Григор. Знакомый какой-то ник. По крайней мере, видел я такую аватарку себя в друзьях. Перехожу на страницу ВКонтакте. Проверяем сразу репост конкурса. Есть репост. Отлично. Теперь проверю подписку на канал. Есть подписка 2 дня назад на канал. И осталось проверить, состоит ли этот человек в обоих группах, так как это является одним из правил участия в конкурсе. Да что ж такое? Перейду еще раз в группу, может быть, у меня поиск по ней не работает. Так, захожу еще раз в участники, поиск по участникам, и ввожу. Не состоит он в группе. То есть, как минимум, уже есть одно нарушение. Во второй группе он также не состоит. Проверю для примера
опять же, этого прединтента, чтобы показать, что поиск работает. Поиск работает. Значит, переходим к поиску следующего претендента на приз. Еще раз повторяю, тем, кто не соблюдает правила, у меня все по-честному, поэтому выполняйте правила, в следующий раз вы тоже можете победить. Перезапустил я сервис, вставил ссылку, нажимаю в четвертый раз на кнопку. Отлично, диджей Даша, открываем ее профиль на YouTube, перехожу на ее страничку ВКонтакте, смотрим профиль на YouTube. Так, интернет у меня подтормаживает, но ничего страшного, куча роликов есть, неплохо бы найти в этом списке подписку на канал. Насколько я помню, она должна быть. Вот пошли мои ролики. Да, есть подписка неделю назад на канал. Теперь перехожу в профиль, копирую имя, фамилию и проверяем, состоит ли она в двух группах. Первая группа — это группа канала, состоит, все верно. И вторая группа — это магазин. Все, Даша Гусева становится второй победительницей. Открываю сразу ее профиль, чтобы не забыть. Итого у нас есть два победителя. Александр Лукьяненко получает один квадрокоптер из трех на выбор, который сам он выберет, свой цвет, какой хочет. В магазине GR Best ссылочку я приложу снизу и напишу ему в личку. И Даша Гусева выберет, точнее, квадрокоптер и так будет CX-10, но можно будет, я думаю, выбрать какой-то цвет. Двух победителей сегодня мы нашли. На будущее советую тем, кто не читает внимательно правила. Здесь вот они указаны, всего 4 правила, ничего сложного. То есть подписка на канал, вступить в группу канала, вступить в группу магазина и сделать репост этого видео у себя на странице. В комментарии к данному видео пишите ID и, пожалуйста, вы участвуйте, все честно. В принципе, я думаю, что по текущему видео это все. Но розыгрыши будут происходить постоянно. Пишите в комментариях, пишите в группе канала. Я добавлю ссылку с обсуждением этого розыгрыша, а также конкурса. Задавайте там вопросы. Всем спасибо за внимание. Это был Евгений, канал The Best Review, обзоры электроники. До новых встреч!